Статные барыни с детьми и птицами под мышкой, горделивые кони, важные всадники, задорные петушки, длинноногие солдаты, танцующие пары, разнообразные птички и зверушки, и все в малиново-желто-зеленую полоску. Такие нарядные, в чем-то похожие и вместе с тем очень разные филимоновские игрушки. Деревня Филимонова находится рядом с городом Адоев Тульской области. Кто и когда сделал здесь первые игрушки, неизвестно. Известно только, что делают их испокон веку именно здесь. В Тульской области очень есть красивое место, уникальное просто. Когда приезжаешь в деревню Филимонова, на ее околицу выходишь, дух захватывает от того, что как раз то разворачивается перед тобой. Это широчайшие полосы лесов, река красиво струящаяся, вдали храмы. Вот в таком только месте могла родиться эта удивительная игрушка. Земли в той деревне были глинистые. Заниматься сельским хозяйством на них было очень тяжело. Местные жители, пытаясь прокормить себя, нашли другой источник дохода. Мужчины освоили гончарное ремесло. Стали обрабатывать глину и лепить из нее горшки, мохотки, печные трубы. Изделия филимоновских гончаров охотно раскупались на ярмарках. Пока мужья были заняты большим производством, женщины освоили малые формы – детские игрушки. Лепили их в основном с осени до весны, пока не начинались полевые работы. Игрушка лепилась из глины, которая находилась рядышком, недалеко от деревни, возле реки. Ее еще назвали синикой. Очень интересно у нее название синика, потому что она, когда лежит на солнышке, а рядом с ней она идет обычно пластами, эта глина. Идет сначала желтый песочек, а потом идет эта вот синика, называется глина. Она отливает на солнышке таким каким-то голубоватым, ультрафиолетовым таким оттенком. Очень красиво. Хотя, если ее уже обрабатывать, глину переминать, как женщины ее переминали, как тесто, готовить уже для лепки, она становится темно-серого, почти черного цвета. И вот такая глина после обжига превращается в белую глину, белую игрушку. У филимоновской игрушки есть свои особенности. Это форма и цвет. У всех фигурок длинные или короткие ноги, вытянутые шеи с маленькими головками. У барынь высокие колоколообразные юбки с незаметным расширением к низу. Верхняя часть туловища, по сравнению с юбкой, кажется меньше. Маленькая головка обычно заканчивается высокой, изящной шляпкой. Все игрушки лепятся в одно движение, то есть глину просто вытягивают. Лепка игрушки происходит так, что из одного кусочка при помощи пальцев, в основном работает большой палец, отминка и отглажка идет, из одного куска вытягивается вся игрушка. То есть ножки, шейка, голова и свисток. Практически ничего не прилепливается. Вот. И пластика у нее такая, значит, что шейки обязательно длинные. Лошади у нас с длинными шеями, похожими на жирафов. Петушки с длинными шеями тоже, как вот эти страусы, допустим, да, чем-то похожи. То есть глина позволяет пластически вытягивать игрушку, и она становится очень длинненькая, своеобразная. Забавные игрушки, изображающие длинноногих вытянутых солдат в характерных костюмах. Френч в талии и полосатые штаны. Некоторые игрушки заставляют удивляться фантазии автора. Особой пластикой отличаются фигурки животных. Поначалу игрушки раскрашивали натуральными красителями, например, цветными камушками. Их растирали, разводили водой и наносили на игрушку. В XIX веке появились анилиновые краски, которые растирали на курином яйце и наносили гусиным или куриным пером. Игрушка лепится глином
черного цвета. А когда обжигается, а обжиг очень высокий, 950 градусов, она превращается в белую. Все органические соединения, которые подкрашивали, они выгорают. И основа вот эта белая остается. И на ней краски звучат очень ярко, звонко. Три краски – желтая, красная и зеленая. При раскрашивании игрушки мастерицы использовали всего три цвета. Малиновый, в народе фуксиновый, желтый и синий. Чтобы добиться более интересного цветового решения, женщины шли на хитрость. Игрушку сначала в нужных местах прокрашивали желтой краской, а сверху накладывали традиционную малиновую или синюю. В сочетании с желтым эти цвета становились красным и зеленым. Так, используя три краски, игрушку раскрашивали в пять цветов. Животные традиционно расписывались разноцветными полосками поперек туловища и шеи. Люди изображались обязательно с улыбкой на лице. Филимоновские барыни и кавалеры всегда одеты нарядно и ярко. Их шляпки украшены разноцветными полосками, а на ворот кофты, на юбку и штаны нанесен орнамент. Одежда филимоновских фигурок сложилась под влиянием, с одной стороны, городского костюма, с другой – крестьянских домотканых сарафанов, вышитых рубах и поясов. Вся игрушка у нас свистящая. За исключением, может быть, как ни странно, поющих птиц. Это петуха, и индюка и павлина. Вот это птицы, которые обычно должны петь у нас, кукарекают они, там кричат как-то, но народ почему-то лишил их голоса. В общем, оставил им красоту хвоста, а свисток им не дал. Несмотря на то, что орнамент и колорит росписи не отличаются особой замысловатостью, игрушки после росписи выглядят очень яркими и праздничными, выразительными и добродушными. Особенно филимоновская игрушка нравится детям. Мне кажется, дети, когда начинают лепить, когда начинают красить, они начинают ее любить. Одно полюбили, другое полюбили. Это их родное. Вот на этом воспитываясь, на добрые игрушки, на не только на глиняном промысле, их же много промыслов. Когда лепишь сам, для тебя это дорого. Ребенок свою игрушку, допустим, возьмет чужую игрушку или купленную, он поиграл ее, разобрал и бросил. А свою он бережет, скажет, не, это я делал, не надо ее трогать, надо ее поставить, надо ее сберечь. То есть вот так у нас происходит. Сам сделал, сам сберег. И через это он знакомится с нашим близким, родным. Мне кажется, это очень важно. Кроме того, такая работа маленьких пальчиков полезна для роста и развития детей. Ребенок прикладывает много усилий, чтобы размять, вытянуть из глины фигурку, а это помогает вырабатывать мелкую моторику. Лепка из глины, она, есть такое слово моторика, вырабатывает моторику ребенка. То есть лепя пальцами из глины, да, прилагая какое-то усилие, происходят какие-то изменения в мозгах, человек умнее, человек развивается лучше. Это одно, мне кажется. Второе, то, что пальчики, когда работают, они становятся крепче. Лучше мальчик и девочка могут ухватить там какой-то предмет. То есть развивается развитие вот этих мышц, мне кажется. Она очень такая разнообразная, и, может быть, это будет... даже, может быть, необычно. Вроде ты думаешь, там, и вот есть же елочки. А вот когда ты посмотришь на игрушки, это очень так живописно, так как-то, можно даже сказать, что необычно. Поэтому, не знаю, мне, например, нравится сама вот роспись. Филимоновскую игрушку часто называют маленькой радугой или солнышком. Всего существует около 50 основных видов фигурок. Барашки, козлики, коровки. Потом идут люди. Но люди, интересно, что они как бы не отображают крестьянский быт. То есть женщина у нас называется не баба, как раньше называли, да, а называется барыня. Она обычно лепится очень статная, красивая такая, всегда со свистком под мышкой, уточкой, и всегда с ребенком или с собачкой, уже по более поздний момент. И солдат. Не мужик, а солдат. Солдат с гармошкой, или с уткой, или с ребенком. Вот два вот таких вот есть. И еще всадник есть, это который скачет на лошади. К сожалению, уже не осталось в живых старых мастеров в Филимонове.
Художники Елена и Константин Кихаиди продолжают старые традиции. Сейчас в Адуеве существует мастерская филимоновской игрушки, где ребята перенимают секреты ее изготовления. Каждый год в середине июля вблизи Филимонова проходит фестиваль народного творчества «Поляна». Из разных городов сюда приезжают студенты, художники, мастера народных промыслов. За неделю под открытым небом создается столько игрушек, что потом даже бывает трудно увести их все домой. Филимоновские игрушки очень веселые, и когда их много, они создают ощущение праздника. Когда смотришь на собранные вместе фигурки, то невольно появляется радостное настроение. А значит, такой труд приносит людям частичку счастья.